Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Барлықтарыңызға белгілі, жыл сайын елбасы жолдауында зейнеткерлерге және оларға көрсетілетін жеңілдіктер туралы өзгерістер енгізілгені аян. Біз осы шара аясында аудандық кітапханада құқықтық ақпарат орталығында барлығы да зейнетақы және жеңілдіктер туралы шараны ұйымдастырған болатынбыз. Осы шара аясында Шалақын ауданының тұрғындарды әлеуметтік және зейнетақымен қамтамасыз ету бөлімінің жетекші маманы Симанбаева Айнаш Бекжанқызымен өткізілген кездесуді назарларыңызға ұсынамын. Так, всем здравствуйте. Я ведущий специалист отдела по социальному обеспечению района Шалапина Симанбаева Айнаш Бекжанова. Сегодня хотела бы рассказать вам по повышению пенсионных выплат с 1 января 2020 года, с 1 апреля 2020 года и выплатам вам всем тем, кто потерял доход в связи с чрезвычайным положением нашей республики. Начнем мы с повышения с 1 января 2020 года. У нас подразделяется пенсионная выплата по возрасту, базовая пенсионная выплата и пособие. Пенсионная выплата по возрасту у нас с 1 января 2020 года повысилась на 7%. Базовая пенсионная выплата и пособие повысились на 5%. В связи с этим у нас увеличилась минимальная пенсия, увеличился прожиточный минимум и увеличился размер минимальной заработной платы. По поводу повышения с 1 апреля 2020 года, также пенсионная выплата по возрасту и базовая пенсионная выплата и все пособия увеличились на 5%. В совокупности получается, что пенсионная выплата у нас увеличилась с января 2020 года на 12%. При этом нужно учитывать, что самое главное, нужно не общую сумму вашей пенсии полностью умножать на 12%, а отдельно пенсионную выплату по возрасту и отдельно базовую пенсионную выплату. По поводу выплаты 42 500 тем, кто потерял доход. Эта выплата выплачивается с Государственного фонда социального страхования. Выплачивается тем, у кого были в течение года, получается, с 11 марта 2019 года по 15 марта 2020 года социальные отчисления. То есть они были участником Государственного фонда социального страхования. Те выплаты, те люди, которые обратились, получается, с самого начала, с 11 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, этим людям выплачивалось два раза. Это выплата 42 500. Те люди, которые обратились после 15 апреля 2020 года, этим выплата назначается один раз. Так как у нас режим чрезвычайного положения, карантина было 2 месяца. В связи с этим, прошу, те, которые говорят, что вторую выплату не получили, посмотрите, когда вы обращались за этим выплатом. Это можно посмотреть дату обращения в invek.kz через электронный портал правительства ЕГОК. Так, еще бы хотела бы сказать, что в связи с тем, что у нас были карантин, да, чрезвычайное положение, все люди, которые обращались через электронный портал правительства, через ЕГОК, пожалуйста, проверьте еще раз свои заявки. Все ли у вас через ваши ЦП, все ли заявки поступили, потому что было очень много поступлений, программа могла не увидеть, поэтому проверьте свои заявки, прежде чем сидеть и сейчас ожидать, что вам поступит пенсия или пособие. Ну, на этом все. Что какие неясные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в выплатной центр. Находимся мы по адресу переулок Айтаски, 13, номер телефона наш 799-45. Audio Jungle.